В поселке Искатели прошла репетиция Нового года. Там на площади торжественно зажгли огни на главной зеленой красавице района. Несмотря на то, что до любимого зимнего праздника осталось еще больше недели, детвора смогла поводить хороводы, потанцевать и встретиться с Дед Морозом и Снегурочкой. Мне елку купили, ее на опушке в лесу не губили, а сделали елку на добром заводе, хорошие дяди, веселые тети. Такие стихи главной новогодней красавице района посвятила маленькая Катя. Для нее и еще для десятков мальчишек и девчонок поселка Искателей праздник зажжения главной елки стал репетицией самого любимого взрослыми и детьми зимнего праздника. И хоть до боя курантов осталось еще более недели, жители района уже определились, чего ждут от Нового года огненной обезьяны. Ждем мира, благополучия, счастья, здоровья, удачи нашим детям и внукам. И всем жителям Ненецкого округа, чтобы всем было все хорошо, чтобы все были счастливы и здоровы, самое главное. Те, кто не успел пока придумать новогоднее желание, есть еще время. За 9 дней можно не только определиться с главной мечтой на 2016 год, но и купить подарки самым дорогим людям. У нас заказ. Розовый велосипед. Самый большой, самый красивый. Я, говорит, весь год себя хорошо вела. Дед Мороз мне должен подарить розовый велосипед. Но принимать подарки все гости праздника будут традиционно в ночь с 31 на 1. А пока для всех желающих работники клуба «Созвездие» провели игры и конкурсы. Кроме этого, можно было сфотографироваться со сказочными персонажами, поводить хороводы и, конечно, прокричать «Елочка, гори!». Алена Валей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».